Олимпийская чемпионка Алина Загитова выходит на лед Фетисов-арены. Здесь ее уже ждут юные приморцы. Этот мастер-класс организовали Ростелеком и Федерация фигурного катания на коньках России в рамках проекта «Звездная дорожка». Проект «Звездная дорожка» – это один из таких знаковых проектов нашей совместной, успешной, долгой работы, взаимодействия с Федерацией фигурного катания России. Сегодня вот олимпийский чемпион. Я думаю, что всем юным спортсменам этот мастер-класс с Алиной Загитовой – это такая память. И видно, как они с душой отдаются этому делу. Ну, такое прекрасное, одно из прекрасных начинаний, прекрасный вид спорта. Дети с первой секунды включаются в работу и выкладываются больше, чем на 100%. Ведь это необычная тренировка. Нужно успеть получить каждый совет, каждое слово от самой Алины Загитовой. Олимпийская чемпионка начинает с фундаментального, но и уделяет время важным элементам. Большую часть времени она провела, акцентируя внимание на скольжение, это основа фигурного катания, и оставила время немножко для самого интересного и детям, и зрителям, это, конечно же, прыжки. Это далеко не первый мастер-класс в рамках проекта «Звездная дорожка», но один из самых ярких. Ни секунды паузы, более часа упражнений и наставлений от именитой спортсменки. Она мне объясняла, как прыгать тройной прыжок, он у меня получился, хотя я его не умела прыгать, и я была в шоке, и это было такое ощущение, как будто я стала вообще какой-то олимпийской чемпионкой, как она передала свои ощущения мне. В основном у девочек были другие руки, и из-за этого она мне подъезжала и говорила, какие руки должны быть. Это мне понравилось, то, что она еще уделяет внимание и мальчикам. Подобные встречи без автограф-сессии представить невозможно. Сувениры и фото на память. И плюшевые мишки – один из атрибутов церемонии награждения фигуристов. Эти моменты останутся с молодыми спортсменами на всю жизнь. Приезжайте к нам еще, наш лучший город Земли.